Вон паром какой здоровый. Стрелку. Билет в Стрелку всего стоит 60 рублей от автостанции с 5-го микрорайона. В два раза ходит. В 11.40 и на 16.15. 60 рублей. Доезжайте прямо до Стрелки. Ну, кому интересно, вот расписание парома, можете посмотреть. То есть, правый берег от Стрелки в 7 часов. Вот так. Ну, тут, конечно, маленечко надо уточнить, короче. Оно может быть и маленько видоизмененное. Ну, по крайней мере, вот на этом берегу так написано. Так, а автобус идет 7:30 от моста в Стрелке. А вот 4 часа, 7 километров туда, 7 обратно от турбазы. Ну, красивенько, конечно. Красиво, я ничего не скажу. Так, на 13:45 идет со Стрелки на 7:30, 13:45 от моста через протоку. Доехали 17:17, выехали в 16:15. Паром вот так легче будет. Сейчас отчет. Как у него рыбу поймает. И легче будет. А мне что-то подсказывается плохо. А шучу. Thank you.
Thank you.